Всем привет, дорогие друзья! Летим мы сегодня с вами в Анталию. У нас ноябрь месяц, конец ноября. Ой, 23 ноября, извините. И пойдемте с вами в самолет, посмотрим на перелет Москва-Анталия. Оксана сидит у нас возле окна. Представляете? Оксана сказала, что она будет спать. Вон он, самолетик стоит. Наш, наверное, или не наш? А, вот он наш. Азур. Кого? Иллюминатор только для подушки. Ага. Слушай, подожди, а где? А, моя подушка с собой. Вот здесь прям прохладно, видите, коридорчик. Прям как будто бы ты на улице находишься. Но ты и находишься на улице, собственно говоря. Ты защищен тонкими стенками. Будете все в одежде. Слушайте, Оксана говорит, холод собачий. Оксана идет в куртке. Все идут в куртке. Я иду в пиджаке. Ну, потому что ты сейчас, ну, сейчас придешь, там будет жарко в салоне. Или думаешь, не будет жарко? Второй ряд, подожди. А, оттуда, что ли? А, слушайте, прям красота какая. Мы в начале. Я уже говорила, заплатили за то, чтобы вот быть в начале. 5 евро. Для того, чтобы вот это вот место было спереди, самое первое, стоило 9 евро. Мы с Оксаной, скажу честно, зажали 9 евро. Сказали, в принципе, какая разница, где нам сидеть. Ну, я хочу сказать, что здесь расстояние довольно-таки большое для ног. Все, помещаемся. Ну и смотрите, людей-то. Я так это прям думала. А, сумку, уже люди садятся. Думала, что места будут свободные, но, может быть, и будут. В принципе, там больше никого не стояло, там, вон, в принципе, все там. Но сейчас посмотрим с вами. Пока что желающих все-таки много лететь в Турцию. Почему? Жарко тоже сильно. Вот, видите, Оксане уже жарко. Поэтому вот я немножко перетерпела сейчас, и нормально, уже хорошо. Слушайте, я первый раз, вот, ну, в смысле, мы вот тогда в декабре летели, и сейчас, когда за окном снег, все снежное такое, и мы летим. Проталинку какую-нибудь найти. Ну, видно, да, вот? Неплохо видно. Вот он. Видите, снег внизу. Сейчас, в общем, меня зрители некоторые просят, ну, не один человек, что Лена, привезите лекарства. Оксана говорит, смотри, говорит, свои. Ольга у нас просит. Ей витамин D. Ей витамин D, дальше. Зинаида Дмитриевна, ей лапирамид. Да. И таких заказов. Вы говорите, как вот это можно все повезти? 10 килограмм вес. Ну, нет, у нас с тобой 20, но так чувствую, мы не уложимся. Смотрю, видите, техники сколько. Очень жарко в салоне. Топят очень сильно. Очень много маленьких деток летит. Тяжело дорогу переносит. Слушайте, я поражаюсь. Вон, видите, самолет взлетает. Как они успевают вот это вот все обрабатывать, потому что снег идет. Наконец-то мы вырулили. Ну, они, я говорю, да, через одного. Сейчас один сел, другой взлетел. Сел, взлетел. Вон там, смотрите, какая очередь из самолетов стоит. Вот видите, за нами следующий. Мы сейчас стояли на его месте. Победа, Утейр, там за ним еще очередь стоит. Видимо, наверное, сегодня одна полоса всего лишь из-за снегопада. Одна полоса. Сейчас будем с вами разгоняться. Заледенело. Все. Взлетели. Страшноватенько, хочу сказать, немножко было. Ну, там за окном ничего не видно, окошко сразу же обледенело, тут же моментально. Потому что, ну, скорость, представляете, какая скорость. И все, сразу за окном ничего не видно. Туман. Облака.
Теперь можно вздремнуть с чистой совестью. Показалось солнце, смотрите. Я вижу солнце сквозь эти облака. Ну, уже практически набрали высоту. Даже не верится, что наверху голубое небо. Немножко сейчас такая идет болтанка за счет того, что в облаке летим. Потрясывает потихонечку. Сейчас вот выше, когда поднимешься, то уже будешь нормально, спокойно лететь. Прям вот смотрите, да, как это серая мгла какая-то внизу. Москва окутана, а наверху вот она. Жизнь. Так оно и в жизни бывает. У кого-то вот темная полоса идет, да, все в одном месте живут, а у кого-то светлая полоса. И здесь. Внизу тучи, наверху солнце сияет. Только выше подняться нужно чуть-чуть. Слушайте, в общем, сейчас так уснула, разбудили. Во-первых, самолет немного тронул, а во-вторых, сказали эти анкеты заполнять. Принесли анкеты, причем нам их еще выдали дома. Мы, конечно, чтобы их не заполнили, решили заполнить в самолете. Сейчас покажу, какая прелесть на завтрак. Видите, какая прелесть. Слушай, а сколько мы уже, Оксана, летим? Красота. А, над морем, кстати, летим-то над каким-то? Над черным или над Средиземным? Знаешь, сколько летим? В общем, я уснула, прям вырубилась. Ну, потому что, считаете, всю ночь не спали долго. Даже, ну, сейчас посмотрим, где мы. А анкета вот такая, но я думаю, что ее уже все видели, собственно говоря, она везде есть, ее выдают. Ничего сложного в этой анкете. Правильно, нас дали. Еще получается час 20 лететь. Час 20 еще лететь? Не знаю, будет только наручно. Море проезжаем, пролетаем. Так, да, все-таки это черное у нас море. Видите, вот оно здесь у нас заканчивается. Дальше мы подлетаем уже к горам. И уже, соответственно... Потом после гор начнется вот здесь что-то какой-то небольшой населенный пункт, прям совсем маленький. Смотрите, кругом нигде ничего нет, а здесь прям что-то какие-то типа гаражи, что ли, стоят. Оксана что-то на протяжении всего полета все складывает куда-то. То она так куртку складывает, то это... Что ты сейчас ищешь? Пауэрбанк. А, пауэрбанк. Ну, кстати, у меня обязательно всегда с собой зарядка. Деньги верю. Я сейчас взяла на 20, такая мощная, супер мощная зарядка. Еще и в Дубае? Да, мне еще 12 лет. У тебя на мне 20 лет. Целую 20 лет с того раза осталось. Что мы с этим? Вообще, смотрите, самолет, ну, то есть, как бы, полный. Вообще свободных мест нет. Вот кто говорит, что вы там будете делать, чем вы прилетите. И утилизация. Благодарим вас за сотрудничество. Вот с таким я сталкивалась впервые. Сейчас нам сказали, что нам заменят маски. Сюда мы пришли в наших масках. А сейчас сказали, что для профилактики распространения этой инфекции наши утилизируют полностью, нам выдадут новые одноразовые маски. Вот так. Я впервые, да, сталкивалась. Это дают возможность выбора, что ли, еще или в руки дают. Нет. Перчатка, девушка раздает. За пылочки смотрят. Мне зачем смотрят? За тем, ты сейчас и будем пищи свои. Почему как грязные руками, что ли? Ты можешь салфетку сначала. А у меня они с чего грязные руки? Да, а с чего они руки без чего? Подожди, а с чего они могут и чистые? Ты летишь в самолете. Что? А я ничего не пробую. Сиденье трогаю. Телефон ты не говоришь. Меняем маски. А эти типа стирают. Это что-то какие-то покороче. Следующего у нас. А, это уже собирают грязь. Грязные. Самая юбка перед тобой. Ну а что тебе моя заразная, что ли? Сказали эти.
сказали утилизовывать. Сказали утилизовывать, значит утилизовывать. Это как чистые трусики. Отдел частей масс. Что-то тебя заклинивают на этой теме. А что, смех приятный? Нет, мне нравится, люди написали. Вы такие плохие. Надо было померить. Слушай, еще раз обязательно померим, не вопрос. Я не стесняюсь. Если вы не стесняетесь, то я тебе говорю. Мы прибудем в аэропорт Анталии через 25 минут. За 25 минут предупреждают, что снижаемся, там уже показалось море. Так. Если детки плачут, значит верный признак того, что прям совсем мы снижаемся. Слушайте, я не знаю, сейчас вот до этого я что снимала, потому что получается, что к морю-то мы вот только сейчас подлетаем. А там еще какая-то часть, как всегда здесь, на посадку над морем заходим. Над водопадами, Дюденом. Мы сейчас с вами сверху посмотрим, а потом снизу, когда мы доедем до водопадов, посмотрим, как самолеты на посадку заходят. Очень красиво. Так, что-то у нас самолет затрясло. Шасси, что ли, выпускает уже? Рановато, наверное, еще. Сейчас, потому что будет крюк делать. Так, сейчас, знаете, как, узнаю сверху, отель называется, какой отель наверху. Вот этот интересно, самый последний какой-то один, что это за отель такой, внизу, два бассейна, большой какой-то. Пытаюсь я сообразить. А, слушай, ну так это, наверное, мы и пролетаем сейчас над районом Ларета, Оксан. Сегенус можно определить по этим, по звездам. Вот я ориентируюсь всегда по Сегенусу. А вот эти тогда крайние получаются. Что это за отель? А, рядом с рекой. Какой у нас рядом с рекой-то отель? Так, сейчас рассмотрим с вами. Видимо, сегодня прям вообще изумительное. Смотрите, море чистейшее. Водичка. Так, ну что, смотрите, у нас какие красивые горы нас встречают. И Анталия во всей ее красе. Развернулись. Подлетаем. Шасси. Вот сейчас, да, шасси выпускают. Ага, все ниже и ниже. Сейчас, может быть, с вами водопады увидим сверху. Там где-то у нас Рамада Плаза тоже рядышком. Будем над ней пролетать. Красота вообще неописуемая. А в горах снег. Я еще ни разу не видела, чтобы так вот мы летели, в горах снег было. Сейчас мы видим вместе с вами в горах снег. Дамы и господа, мы готовы к посадке. Просим вас еще раз убедиться в том, что все электронные приборы выключены, а ремни безопасности застегнуты и затянуты. А, вон они, водопады видно уже. Столики убраны по блокотике обычные. Благодарим внимание. Александр Тахенова, Ready for Landing. Please make sure that all footballs... Смотрите внимательно. Seatbelts are fastened tight, sit back upright, check cables are stowed, armrests are down, and everything. Вон они, видите где? Показать вам. Вот там, вот видите, вот это водопады Дюдена. И там, когда стоишь рядышком над тобой, постоянно вот это вот идут на посадку самолет. Мы потом с вами снизу будем смотреть. Ой, красота какая. Все ниже, ниже. О, смотрите, как хорошо отсюда водопады видны. Видимость идеальная, да? Смотри, как красиво. Вот как красиво. Да, скажи. Как солнечно. Вот все-таки, когда мы над Мармарисом садились, ну там же не над городом садишься, а над бухтой. А здесь над городом садишься.
Анталию, в любимой Анталии. Welcome Turkish. Какая разница большая. А всего 3,5 часа. 3 часа мы будем. Некоторые в Подмосковье по 3 часа на дачу едут. Все. Привет, турецкая земля называется. Сразу уже понимаю, что в Турцию пролетело самолетики, эти Anoair стоят местные авиакомпании. Я не думала, что в ноябре так тусовочно в Анталии. Все летят на отдых. Это к вопросу о том, что мне писали, кто сейчас в это время летит в Анталию. Ну вот видите, людей желающих хватает лететь, самолет полный. Ура! Тепло! Сегодня с утра минус 2, а здесь плюс 20. И прям, знаете, такой... прям воздух такой свежий, теплый. 12 часов дня. Солнце светит ярко. Сейчас посмотрим, у нас один рейс прилетел или несколько. Смотрите, какая красота в Анталии. Скульптуры стоят, бассейн такой нас встречает, красивый. Так, ну очереди пока что я не вижу. Слушайте, я, по-моему, что-то здесь как-то первый раз выхожу, что ли. Мне или внимания не обращала на эти скульптуры. Раньше их не видела. Санитайзеры в большом количестве встречают вас. Слушай, мы прилетели во второй, что ли, терминал? В какой-то не в тот, который мы в предыдущий раз прилетали. Ну что, очередь пока что небольшая. Но это мы, да, в какой-то другой терминал не в который мы обычно прилетели. 3 минуты прошли паспортный контроль. Народу... Ну, мы быстро вышли. Мы сидели в начале самолета. Мы быстро вышли, но плюс мы... Обычно из этого терминала улетают, мы прилетели в него. Обычно в другой терминал прилетали. Ну, мне так кажется. Не знаю, не могла же я забыть так быстро. Да, там, потому что у них в другом терминале сразу эти эскалаторы, а здесь нет этого, то, что спускаешься. Да как же нет? Вон они все люди, пролетели. Рейс наш 881. У нас 3 8-1, прикольно, 104. Стойка 104, сейчас идем забирать наш багаж вместе с вами. Здесь такой все, смотрите, огород, ну вот это, метраж, что ты должен стоять, вот соблюдая вот этот метраж. Оксана сходит с ума по санитайзерам, здесь каждый метр санитайзер. Я сошла с ума. Я в каждом санитайзере уже. Я сошла с ума. Я в этом... Как обмен валюты, сейчас я скажу, сколько. Так, обмен валюты? Обмен валюты. В аэропорту самый. Невыгодный здесь курс. А чего толку, смотри. Не написано. А его тут и не написано. И... Тут надо узнавать, наверное, скорее всего. И не пишут. Мы могли бы, конечно, завернуть в duty free, но мы едем в отель, где мы едем все включено. Да, в очень хороший отель. Где все напитки пишут настоящие. Я надеюсь, что он нас не разочарует. Но мы вообще хотим посмотреть, знаете, разницу. Потому что вот мы были в Джастиниано, допустим, да? Это считается уровень попроще. Это считается, вот, в который мы сейчас едем, уровень повыше. Ну вот посмотрим. Алматы. У нас вот. Казахстан прилетел? Да, Алматы. Ну, написано Алматы. Так, по-моему, уже Казахстана не разрешали. Разрешили Алмату. Ну, я так прочитала. Наконец-то хоть люди вылетели, значит. Так, ну все, пока что будем с вами ждать. Гадка с чемоданами. Мой приехал первый. С Оксаной сдавали 2 чемодана одновременно. Ее куда-то... видимо, затерялся. Ну, он, конечно же, приедет. Но просто вот 2, когда одновременно, они обычно друг за другом и едут. Куда-то потеряли. Вот чемодан прижали, видимо. Вот, представляешь, если бы там стекло какое-то было. Вписался. Я смотрю, его повело. Ту поездку заметила. Ну, не, ну они же друг на друге лежат, ясное дело, что... Ну а что ты сейчас его достаешь? Пойдем, какая тебе разница? Едет он? Нет, он едет, раньше назад приехал. Придется, да? Приедем, там уже будем разбираться, все.
все, на выход, на выход. Это, знаете, знакомая картина. Знакомая картина, как и что. Поняла, что мы еще в этот терминал, по-моему, ни разу не прилетали. Мы всегда из него улетаем, а прилетать ни разу не прилетали. Турсель. Смотри. Чё? Где? 25 интернета, 750 минут, 250 смс. Hello. How much? Ага. 390 лир, что ли? Первый комплект. Первый план, да, 350. 350 лир, это 3,5 тысячи. Не, спасибо. Которые встречали сразу же и подсказали, что в конце. Вы, мы видите, от Анекса. Я ни разу от Анекса не летала. Первый раз. Поэтому я даже не знаю, где у них стойка. А стойка у них в конце. Так, ну что касается вот температуры воздуха. Сейчас в таком легком пиджаке. И мне нормально, хорошо. Не жарко, не холодно. Но это мы сейчас в тенечке, не на солнце. Я думаю, что на солнце будет теплее. Но, скорее всего, пляжное мне платье, скорее всего, не понадобится. Автобус у нас 50-70. Ну, то есть вот здесь, видите, стоят вот эти молодые люди, кто не знает, да? Отдаешь им свой ваучер, они смотрят там у себя в списках, то есть кто вас встречает. Ну, у всех, кто едет турпакетом, у всех все включено. Ну, я думаю, все это мои подписчики точно знают. И вот здесь вот такие вот уже стоят автобусики, которые встречают. Которые встречают. И здесь даже вот кто, если один там, говорит, вот я там заблужусь, потеряюсь. Ну вот в Турции точно не заблудитесь и не потеряетесь. Вот он, наш автобус уже стоит. У меня была надежда, что все-таки в Дельфин повезут на каком-нибудь маленьком, этом, на маршрутке маленькой. Но здесь... Не, ну нам ехать недалеко, поэтому, конечно, не страшно. Так, что ставить эти? В смысле, а должен отметить нас? Наверное, сейчас фамилию назовем. Такой вот автобус. В автобусе можно вон водичку купить. Не пойму. А, пиво 4 доллара стоит. 3 евро. Вода 1 доллар, 1 евро. У них вот это вот равнозначно. 1 доллар, 1 евро. Поэтому обязательно номера возьмите у гидов, хорошо? Угу. В общем, от аэропорта ехать... Вопросы имеются? Ну, на такси, конечно, минут 15. Прям вообще это рядышком. Первая у нас остановка Барут Лара. У нас вторая остановка наша, Дельфин. Первая вот Барут. Через 20 минут после того, как мы сели в автобус. Ну, вот мы с Оксаной, кстати, рассматривали его в том числе, но почему-то решили остановиться на Дельфине. Цена была у этого чуть-чуть выше, не намного. Ну, считается один из лучших. Ну, вот так вот внешне. Внешне какие-то интересные маски такие вот здесь вот. Вот видите, прям вот сейчас вот сидят эти скульптурки вот такие вот. Раз. Мощные. Кто так, был еще в Баруте, напишите. Понравилось, не понравилось. Нигде. 60 долларов одна сим-карта. Вот сим-карта 60 долларов. Это сильно накладно, честно. То есть сама сим-карта стоит 30 долларов, и 30 долларов пополняете там 10 гигов. И она моментально вылетает. 30 это 10 гигов. Wi-Fi в отелях имеется, конечно. Местные пакеты и туристические пакеты разные. Вам местную сим-карту никто не продаст. Что, ребят, Дельфин. Дельфин. Приехали мы с вами в Дельфин. Так что сейчас пойдем с вами все смотреть. Ну, давайте, наверное, это будет уже следующее видео. Будет, ну, постепенный обзор отеля. Конечно, не все сразу, потому что информации будет много. Так что, смотрите, обработка чемоданов идет. Сразу раз и обработали, чтобы никакую заразу мы не принесли сюда. Слушайте, вы даже себе представить не можете. Спасибо. Счастье у меня, безумное счастье, что мы приехали в такую красоту. Так что совсем скоро увидимся с вами вновь. Всем добра, удачи, позитива. И совсем скоро будет обзор отеля.